Доброе утро всем. Мы напомним, что сегодня среда, и тема нашего эфира – суетливая среда. Да. Но я думаю, что мы все-таки откажемся от вот этого первого слова «суетливая», правильно, и будем с вами спокойны. Сегодня в студии у нас Дмитрий Соловьянов, Анна Шамбадал. Хорошего вам дня. Аня, я хотел спросить у тебя, когда вот ты суетишься, во что у тебя это все выливается в итоге-то, а? Ну, очень сильно, мне кажется, это похоже на танец со стороны, по крайней мере, когда ты начинаешь бегать, двигаться. Мне кажется, а какое направление? Либо тектоник, да? Тектоник – это у тебя что-то как бы с тектоником. Заклинило чуть-чуть, либо ча-ча-ча. Ну, точно не вальс, мне кажется. Ну да, вот ча-ча-ча, есть что-то в этом. Итак, у нас сегодня в гостях ученики 116-й школы, солисты танцевально-спортивного клуба «Ровесник» Ульяна Мельникова и также Владислав Маслихин. И прямо сейчас они станцуют для нас тот самый танец ча-ча-ча. Он не сильно суетливый, но очень красивый. Ребята, на позиции. Ребята, мы на вас надеемся. Да. Уважаемые телезрители, вот так нужно выходить из всех стрессовых ситуаций. Танцуем вместе с нами. Если суетимся, то в стиле ча-ча-ча. Да. Ты еще в танце? Мне очень понравился. Ну что же, друзья, у нас сегодня в гостях Ульяна Мельникова и Владислав Маслихин, солисты танцевально-спортивного клуба «Ровесник», а также Дмитрий Соловьянов. Начинающий ча-ча-ча-чист. Ча-ча-ча-чист, да. Спасибо вам еще раз огромное за такое бодрое начало этого дня. Ну а далее у нас в эфире рубрика «Мужские советы. Научимся делать самолетики из бумаги». Я сегодня свой запускал уже. Так, это когда вот руки как бы лучше работают, чем ноги, да? Растут оттуда, откуда нужно, да. Да, смотрим.